Здравствуйте, уважаемые. Перед вами плохая компания. Прежде чем мы начнем свой осенний марафон, хотел... Добрый вечер, московская полиция. Пацаны, смотрите, это же наш участковый один в один. Мех, мы на первом, тут надо говорить точь в точь. Так, шутники, цель вашего приезда в Москву? Полностью совпадает с целью отъезда из Красноярска. Excuse me, what do you want from us? Что? Ну, понятно. Зачем им английский язык? Они же в Москве, здесь же иностранцев нет. Анастасия. Good evening, officer Petrova, what's happening? Ну вот, другое дело. Проще же учительницу английского сделать полицейским, чем полицейского научить английскому, да? Во-во! Вообще-то я не учительница, а офицер полиции, а вы, между прочим, нарушаете. О, разве что границы, очерченные вашей неземной красотой, пленяющие нас. Спасибо. Я говорю, училка, два непричастных оборота и поплыла девка. Послушайте, пожалуйста, нас в этом сезоне не остановит никто, даже вы двое, поэтому уходите, пожалуйста. А мы начинаем. Это не просто компания, это плохая. Перед тобою Красноярск, сила всего края. Силен не тот, кто упал, а кто смеялся, вставая. Это попытка номер два, попытка вторая. Ну погнали. Ну и для начала семейная драма. Отца везут кодироваться. И глянет мгла из всех болот. Настя, и всех может, все-таки не поедем? Ну как это, не поедем? Ну давай хотя бы музыку эту выключим. Музыку? Какую музыку? Поехали, Настя, поехали. Дорогие друзья, во всех американских фильмах о спорте есть момент, когда команда проигрывает, но вдохновляющая речь тренера в раздевалке переворачивает исход матча. В жизни все выглядит по-другому. Итак, в раздевалке футбольного клуба «Железногорский Атом». Ну надо, ну... Ну надо, ребят, ну... Если вам не надо, ну мне надо... Ну, надо, значит, надо. Ну, раз так. Ну, давайте. Теперь вратарь, Саш. Ну, не надо. А я ну, теперь... не надо, я тебе говорю. Дорогие друзья, на любом отдыхе самое главное – это правильно оценить силы собственного организма. Итак, чартерный рейс Москва-Анталия. Мужчина, пристегнитесь, через 2 минуты взлетаем. Хорошо, молодой человек, а можно мне что-нибудь покрепче? Я просто очень боюсь летать. Да, конечно. Спасибо. Уважаемые пассажиры, мы попали в зону турбулентности. Дорогой, хорошо, что номер с кондиционером. Семёныч, давай назад, ты его не переплывешь. Так, а зачем ты павлина в номер принес? Мужчина, руки уберите, я замужем. Коля, вспоминай, где паспорт. Мы совершили посадку в аэропорту Шереметьево. Ну, как вам Турция? Очень на Египет похоже. Ну и напоследок. Даже сильные мира сего рано или поздно, но обращаются за помощью к гадалкам. Здравствуй, Аксинья. Здравствуй, депутат Терещенко. Мне бы будущее свое узнать. А чё, ко мне пришел, а не к главе фракции?
Ну, у тебя чаще прогнозы сбываются, да и подешевле будет. Вижу, проверка будет. Это нехорошо. Вижу дорогу дальнюю. А насколько дальняя? Какой конкретно участок дороги ремонтируют? Где они поедут? Мне же знать надо. Вижу, тебя в новостях показывают. Ух ты. А в начале или в конце выпуска? А какая разница? Это очень важно. Вижу, проклял тебя кто-то. Чё? Я тебе их всех по именам могу назвать. Слушай, Аксинья, ты же медиум. Ну, свяжись с моим предшественником, узнай, как бы он поступил. Интересный ты. Его Интерпол найти не может. Я тебе его как найду? У нас базы-то одни. А? Давай я тебе лучше на картах погадаю. Давай. Плохая карта тебе выпала. Что там, дама-пик? Социальная карта москвича. Ой, не дай бог. Ой. Но есть и хорошие новости. Прибавление тебя ждет. А сын или дочка? Подбородок. Сашка его назову. Слушай, Аксинья, а что ты мне рассказываешь-то про мое ближайшее будущее? Ты мне скажи, что со мной будет через 5 лет. Темное у тебя будущее. Не понимаю. Загорелый ты. Ну, это же хорошо, значит, я много времени на солнце провожу. А кто лес валит, он всегда много времени на солнце проводит. А, вон ты про что. Ну что ж, уважаемые, в конце хотелось бы внести немного ясности. Я думаю, каждый в этом зале понимает, что команда КВН «Плохая компания» — это не больше, чем имидж. Причем я имею в виду слова «Команда КВН». Спасибо.